Ну, пошли. Красавица ты моя. Напарница ты моя. Посмотрим, кто у нас тут. А ну-ка, давай посмотрим. А ты не трогай эту бомбу, не иди туда, не надо. О! Ты видел? Напарница у меня то, что нужно. Нужна помощь! За мной должен. Ну вот, ничего. О! Все, теперь он точно не встанет. Жди. А ну подожди, сверху там, по-моему, по... О! На тебе, по глазному яблоку. У него, видимо, что-то в голове было, вав какая-то, ты видела? Потом он бурдит почему-то, непонятно. Так, это You Mind Play. Мы играем без камеры, потому что так надо. Подожди, вот так вот попробуем освободить. Попробуем освободить мир от... Вот это вот я не ожидал, то что сейчас будет это, типа такого что-то. А ну подожди, напарница, у меня здесь есть дело. Сейчас, подожди секунду, надо сюда прибежать. Ох ты, блядь, залупа. Напарница! Она почти... Она почему-то кусается, напарница. Да ёб твою насрал, блядь. Покормите покормите собаку. Не закрывайте ее в вольере. На тебе посрать, блядь. А ну подожди, по-моему, у меня проблема. Нужно взять другое этот, как его, оружие, потому что... Да на тебе, блядь. Напарница, мне не нравится это место. Давай пойдем в другую. Давай пойдем в другую локацию. Кто-то, в общем, не покормил собак и отпустил их. То есть не очень хорошо. Это понятно. Ты не покорми собаку, а потом посмотрим, что получится. И выпусти ее на улицу. Да, напарница? Пойдем, только начало. Кстати, в этом Resident Evil, я так подумал, даже без камеры будет интересно, потому что так вы не видите мое лицо. Виктор Плей, как там это? Почти 5 кусков уже набрал подписчиков. Ты ж мой канал тоже не забывай рекомендовать, потому что я обижусь. У тебя уже кресло там есть. Игровое. А мне пришлось микрофон продать. Который я купил, блядь. Так, ну да ладно. Да на тебе, блядь! Иди отремонтируй кран! Кубиты тут нарисовывают. Кран пойди отремонтируй. Не вызывай сантехников, на 50 евро платить им нахуй. Так, нужно не забывать в Resident Evil, мы нажимаем буквочку Е. И мы можем поделиться. Мы можем поделиться с Шевой. Видишь, Шева и Крис. Я Крис, она Шева. Она прикрытие. В онлайн-игре, кстати, Виктор Плей. Можно в онлайн-игре подсоединиться онлайн с тобой поиграть. Я буду за девочку, а ты будешь за мальчик. Я буду Шева, а ты будешь Крис. Короче, что я хотел сделать? Я до сих пор не знаю, как бросать гранату. Вот эту вот. Мы возьмем, дадим ей немножко патронов, игрушечных, естественно. Дать ей. Спасибо. Спасибо ей. Давай подлечим ее, наверное, чуть-чуть, чтобы она... Еще спасибо сказала. Вот, видишь, два спасибо мы получили. Вот это очень хорошо, когда говорят тебе спасибо. А ну, напарница, лезь ты вперед. Давай, окей. Нет, давай я полезу, так что наверняка. Как вы успели заметить, у меня сзади есть, видишь, вот этот трабун и нож.
Как с ножом обращаться, я уже понял. Вот так вот. Как его бросать, я не знаю. Может, бросать нельзя? Напарница? Куда идти? Я не люблю на карту смотреть. Угу. Ну, все правильно, идем. А давай поставим этот, как его, как в Counter-Strike. Так, подожди, напарница, я вижу объект. Объект агрессивно настроен. Ликвидация объект. Финиш. Вот это вот... А нам можно... Подожди, а может быть запрыгнуть можно как-то? Ну, экипировать гранату. И как ее бросать? А вот так вот ее бросать. Вот так вот ее нужно бросать. Ты видел, как это получилось? Стреляй, напарница, в него, стреляй. Его граната не... О, да, да, по пяткам ему. Еще собака прибежала, блядь. А у меня патрон... А, у меня есть патроны, подожди. А где собака делается? Пошла нахуй, блядь. Так, а где следующий? Да ёб твою мать, ты что еще, блядь, нахуй не... Слушай, мне этот город не нравится. Давай садимся в вагон и поехали куда-то в другое место. Ебать, это же драгун. А вот ты не хочешь вот так вот попробовать погореть там? Гори, пылай. Вон, собака, прыгай в огонь. Ох ты, блядь, а от этого я не ожидал, как он так. Ты же играть интереснее в игру. Больше денег принесет. Так, а ну подожди секундочку. Напарница, нам срочно нужны патроны, потому что... Резидент Evil — это вечная проблема. В общем, машины перепорчены, все, эти, как его, посадочные вагоны, вот эти вот, не вагоны, как перегруз. Непонятно, что возят там. А ну давай, открывай двери, нахуй, пошли, блядь, отсюда. Resident Evil, your mind play. Я возвращаю свой канал обратно. Так, подожди, 4. Так, ну здесь что-то должно быть по-любому, потому что, видишь, там вот эти бочки стоят. Так, ну жди, нет, да, надо подготовиться, что-то мне кажется, что что-то тут нечисто. А как у напарницы взять, давай, это ручная граната, давай возьмем гранату. Дай гранату, держи! Положи мне, пожалуйста, ее в карман, подожди секунду. Патроны с корчетью, а на что? Так. Только я не понимаю, как вот ее лечить, чтобы она сама себя лечила. Вот как? Непонятно. В общем, забрать. Это что? В карман мне положи. А теперь только вот берешь экипировать. Нет, не экипировать. А как ее подлечить вот этой колбочкой, блядь? За мной должок. Получай эту колбочку и не отдавай никогда мне ее обратно. Напарница, я не хочу идти туда. Зачем туда идти? Все, здесь давай оставаться, посидим здесь просто. Переночуем, как говорится. Жди. Сохранить в игре нельзя. Это 100%. Это мне тут подниматься, блядь. Экипировать. Побежали, в общем. Не упади, не упади! А, ну пиздец. Куда стрелять? О! Так а что, блядь? Вы погибли. Ну давай, наверное, возьмем что-то посерьезнее, чтобы он не доехал, блядь. Емкость. Ну, это самое серьезное. Вот это. Снайперки, что ж, нет, тут же нет, я так понимаю.
О, а это что такое? А ну давай-ка попробуем, что это у нас тут. Напомним. Вспомним детство на компьютерах, блядь. А ну как вот эту хуйню перебрать? Сюда перекинуть, в инвентарь. А. Это только корейцы могут придумать такую систему. Улучшить можно. А, даже так? Емкость, мощность. А давай мы мощность увеличим. А больше у нас не хватает денег. Ну так увеличивай как-то. Головой, блядь. А как вот это перебросить опять в этот? В инвентарь. А, только так. То есть туда. Теперь я хочу отдать. Сместить. Сюда сместить. Сместить. А нельзя взять просто нажать на кнопку и перебросить. Видишь, корейцы только придумали это. Ну ладно, пускай это будет у этой. Пускай баба пока поносит дитя. Так, а ну дай-ка мне сюда этот, как его, автомат. А чё я не могу его забрать? Ну что, у меня перегруз или что? Как же мне нравится это управление. Выкинуть. И теперь нужно взять у нее. Забрать невозможно. Почему? Потому что она купила. Ну ладно, блядь. Побежали опять туда без гранат, без ничего. А ну давай, блядь. Иди сюда. Бежи сразу к этим. Может быть, нужно встрельнуть и потом... А-а-а! Вот так вот! Напарница, учись, 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 напарница, пока я существую вообще на свете. Как... А вот это нехорошо! Мы так не договаривались, перепрыгивай. Это неинтересно. Так... Что ты говоришь? Нет, я перестал. А это побольше, смотри, этот какой-то, этот вундеркиндер. А мы сейчас ему в голову так выстрелим и все. Так, ну в общем, Resident Evil Exploding Heads, Pool of the 20... А я вижу еще там, я все вижу. Перепрыгнуть, мы можем просто перепрыгнуть туда? Мертвые с косами идут. На тебе в грудину, блядь. А ты что стреляешь? А зачем он стреляется? А зачем он так посмел? Он первый начал. Не стреляйся. Ты что, не помнишь, как мы с палками ходили, это как его, после школы? Просто пил-пил с палками, без патронов. Да, блядь, откуда он так стреляет, блядь? Там начинает, блядь, сидит, поспи там. У него хорошее оружие там, кстати. Ну, подожди. Да, блядь. Ебись ты, провались. А ну подожди. Хорошо, что у напарницы есть патроны. Видишь, то, что хорошо, что я ей дал патроны. А, у меня тоже есть. Почему? А почему не заряжает? А, потому что у меня другое оружие. Блять, это кошмар какой-то. Чтобы с таким управлением жили. Экипировать. R, перезагрузить. Смотри, давай, у меня такой план. Сейчас он устанет стрелять вот с этими стрелами, видишь? Мы потом пойдем на обратном пути. Соберем все эти, под эти какие-то стрелы. Смотри. Почти попал. Я здесь. Напарница, будь осторожна. Он идет. Сейчас тебе танго и кэш покажу. Подожди, иди сюда. От сука. Вот, спасибо. Это тебе хорошо, спасибо. Ну, мы, в общем, поиграли с ним чуть-чуть. Давай, стреляй. А, там двое. Ну, на. Того немножко оглушило, да, напарница? Оглушило немножко его. Ну, что будет знать.
Это знаешь, как в школе, когда тебя кто-то долго обижает, а потом ты такой, а, ну ладно, я не люблю драться, в общем, зачем я не люблю, я музыкант, там, напарница мне достаточно. Этот, ну и потом ты ему леща отдаешь один раз, хорошо так. Давай сходим налево, так что посмотрим, что там. А, там еще спуск вниз, смотри. Даешь ему леща, чтоб аж хрустнуло, блядь. Если он не поймет, о, я предлагаю туда не идти, потому что там воняет, и туда нету смысла идти. Давай проверим пока вверх. Сразу человек начинает понимать. Он сразу прозревает, и все, и больше не делает хуйню. Смотри, как я нашел. Здесь тоже вход. Прям как... Нет, нихуя. Не пролазит. Так, коробки. Сохраняться, я так понял, в этой игре нельзя. Вот в этом и прикол. А ну-ка, разбей этот ящик. Угу. Так, ну хорошо. Коробки. Так, ну что? Подсадить тебя, что ли? А в этой коробке ничего нету? Нету. Давайте посмотрим на карту, что делать. Правильно, я так и знал. И нужно идти вот туда. Что тут пишут? Что пишут? Это то же самое. Пойдем вниз, в общем. Блять. Сука. Девочки, мальчики, да, блядь. Да мы вообще пришли просто так. Девочки, мальчики, кто смотрит мой блог, спрашивайте у родителей, где я живу, первое. Потому что я хочу тоже иногда заниматься игровым блогом. Деньги зарабатывать. Да, да, геймеры, блядь. А ну подожди. Все, это у нас, это получилось. У меня нету патронов. Напарница, побежали отсюда. Я тебе говорил. А во-вторых, спрашивайте, можно ли слушать маты. А собаки тоже сюда идут. Ты видишь, нехорошо. Давай где-нибудь попрыгаем там. У меня есть патрон? Нету. Видишь, у нее есть это вот это. Там она разберется, в общем. А, и дверь. А ну покажи, как ты умеешь, как я тебя учил. Давай. Нет. Еще раз. Вот это я понимаю, да. Это мое, подожди, секунду. Это очень и притом очень и еще раз 3 миллиарда очень хорошо, что мы нашли патроны на пистолет, потому что я чувствую, что мы сейчас будем с кем-то тут посерьезней. Пойдем. Ну расскажите в комментариях, Витя первый, Майкл братан, расскажи тоже.
Как вам без камеры? Мне кажется, без камеры вот это лучше. Кто постоянно наебало смотрит, затрахали, блядь. И деньги не платят. А, за физиономию. Так, подожди, у меня такое ощущение, что вот эти ребята вот там вот... Один, второй, третий, четвертый... притворяются. Я не люблю, когда люди притворяются. Да, напарница? Что мы делаем с теми людьми, которые притворяются? Сейчас мы покажем. Смотри, что у нас здесь есть. Мы нашли рубин. Потом его продадим. Боже мой. Что, боже мой? Одна... А вот, видишь? Я знал. Блять, это что такое? Я предлагаю открыть двери. Двери не открываются, напарница. Хорошо, где граната? Блять! Это что такое? Отдай мне гранату, пожалуйста. Дай гранату. Да, спасибо. А, как ее экипировать? Хорошо. На. Все. Ты видела, как нужно бросать гранату? Запомни это и никому не рассказывай. Пошли. Не показывай это детям. Кто там, блядь? Опять. Дети должны азбуку учить. Блядь, еще одна, блядь, прилетела. Но у меня нет гранаты. Давай мы ему сейчас по пяткам постреляем, блядь. На тебе по пятке одной, если чтоб ты не ходила. А потом по пятке второй и по пятке третьей, ты видел? И потом по хвосту тебе, блядь, два раза мимо. На тебе по хвосту. На тебе по хвосту. На тебе по хвосту, блядь. Не говорите, что будет третья еще. Но тот парень тоже притворяется, блядь. Сидит там и притворяется. Или это хороший? Я не доверяю. Вот я вот я видел, понимаешь? Я видел. А вот это я видел тоже. Да на тебе, блядь, иди нахуй. Ты ебись ты, блядь. Три патрона на этот, на замок. Я начинаю сердиться. Он начинает сердиться. С первым Ришаром смотрела фильм? А из крыс что-то выпадает? Никогда из крыс ничего не выпадает. Запомните это. Ничего никогда не выпадает из крыс. Крысы – это крысы. Так, давай залазь. Наверх. Пошли. Виктор Плей, комментируй этот, как его, не забывай ставить лайк и подписывайся на мой канал, или ты подписан. Наверное, ты обиделся, Витек, потому что деньги пришли тебе в поддержку, ну, на донат, потому что ты свой канал развиваешь, это понятно. Но потом же хуйня случилась, нехорошо, ну да ладно. Это не я, Витя, это не я пытаюсь помочь. Так, подожди, давай постреляем, блядь, по помидорам, блядь. Ну так вот, блядь, проверим точность. Нормально работает, да? Немножко налево уходит, блядь, ну ничего. Так, давай насладимся пейзажем сначала, перед тем, как пойдем. Смотри, что я нашел. Витя, ты видел, что я нашел? Я нашел 100 рупий. Золотых в Индии. А что, в Индии вот так вот и живут, смотри, вот в таких жестяных этих, ближе к земле. Нормально себе живут, никого не трогают. Смотри, люди вот лодки делают, смотри. Просто ходят тут вокруг, блядь, вот это непонятно что, блядь, там. Блядь, мимо, нахуй, опять мимо, блядь. Все, теперь он злой. А у меня нету патронов. Ну, это понятно.
Дай ей эти патроны, пускай она. За мной должок. А, так ты видел? Ей даже эти патроны нужны. Комбинировать траву, если умеешь. Подожди, а ну Е, давай нажмем, попробуем. И используем это. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. О, ящик сразу нашелся, смотри. Элементарно. Оп, и патроны тоже тут лежат. Они здесь должны были быть. Я предсказывал это. Еще! И немножко мукички подрежем, блядь. Жалко, что они не сделали, вот, чтобы было, видишь? Если Resident Evil разработчики слышат меня, то сделайте, чтобы это было вот... Чтобы ты присел вот так вот. Подрезал немножко мукички. Потом пошел сюда. Подожди, вот сюда сбегал. Ну, тут хлебушек запек. В общем, как... Ладно, пойдем, перезарядочка. Сейчас попробуем там. Попробуем поговорить сначала, если не поймут, то понятно. Ну, давай сюда, например, сюда. Там один что-то нервничал, как-то он пытался электричество... А, он хотел выйти отсюда. Я думал, он электричество настраивал на столбе. Да, бегает как бы. А, в помидорах, в кокосах что-то есть. Ничего себе напарница дает. Так, молодец. Кстати, кто не забыл, ты можешь подключиться онлайн. Ты можешь играть вдвоем вот в эту игру. Так, почем? Надо завтра, кстати, купить. Манго, банан и молоко. Так, это что такое? Это граната. Лежала просто на прилавке. То есть это нормально. Так, ну давай не все. Лучше помидоров давай возьмем. А как она так сделала? Подожди. Вот так вот мы. А кому эти, как его? Свежий коконат. Коконат. Вот у нас. Никто не хочет. Ну да ладно. Даже тут написано. Салон. Декуф. Стоит ли нам заходить туда, как ты думаешь? Потратим патроны. Подожди, давай. Пробежимся, посмотрим, что тут и как. Как тут вообще все? Нормально все тут у вас? Алло. Давно не выходил на работу, видимо. Так, подождите. Ну, все. Побежали. Я так понимаю, что нужно стрелять в этот... Или подожди. А как сюда зайти? Просто открыть двери, да? Закрыто. Нам нужен ключ. И вот здесь вот тоже проход. Я видел этот проход, да, я знаю, но я подумал, может быть, что-то еще. Там что-то было еще. Они нам не досказали. Вот что там было. Так, запрыгиваем сюда. И смотрим, что сверху здесь находится ключ. Не обращайте внимания на объект, который висит, но ключ это важно. А как его достать? Нужно просто выстрелить, это понятно. Да я видел, еще раз видел. Все, ключи от дома пошли, в общем, закончили это все. Они не сдавались. Их было все больше и больше. Разных. У них было в руках оружие, и мы были заперты. И теперь они просто не зайдут. Стреляй, напарница, стреляй. И не забывай. На тебе в глаз, блядь. Получай в руку. А здесь вот ты не забываешь здесь что? Та ж ты еще поднялся, блядь. А что у нас есть еще, секунду? Граната есть. На тебе гранату туда. Бля, нихуя себе, блядь, этот, как его?
Как его? Баскетболист этот, как его? Ебать здоровый, блядь, подожди. На тебе, блядь. Там еще бродит кто-то. Ну давай, заходи. Почти, почти зашел. Почти зашел, хорошо. Пускай на пан. Оп, пусто. Все, блядь. Хорошо было. Неплохо, да, было? А ну давай перепрыгнем, потому что я вижу, что здесь у нас что-то есть. Напарница, иди сюда. Давай, никак нет. А как это нет? А чем ты там занимаешься? Подожди, а что это тут такое? Ематим. Мама. Вот откуда этот ключ оказывается. А, она уже ключи. Этот, там что-то сделалось в ключах. Ты слишком спешишь. Проведи это, как его. В смысле, не проводи интернет, не надо. Ну, открывай ключ. Там еще один. Стреляй в него, короче. Нормально, хорошо. Все, как я учил. Еще, подожди, не суетись. Сейчас он поднимется. Давай. Правильно, вот так вот. Он еще что-то поднимается. Вот это вот ты нехорошо сделал. Мне не надо вот это делать. Все, поплыли отсюда, в общем, я понял. Я понял сюжет этой игры. Мы купили лодку, мы купили дом, поплыли отсюда. А куда, не знаю. Просто поплыли пока. С этими, с те, которые, где, когда будем плыть, с этими можно договориться. У нас уже деньги будут на этом, на лодке. С границей можно всегда договориться. Это понятно. Так, а ну подожди, давай, что тут еще взять. Ну все, а там спуск вниз. А тут спуск вниз. И что это может быть? Давай не будем этого делать, потому что я думаю, что это будет хорошо. Сюда. Ух ты, блядь. Есть идея. Спрыгивай. Беги на корабль. Как вы там? Ну, мы это вполне нормально, все хорошо. Штаб прислал меня дать поддержку с воздуха, если станет слишком жарко. Спасибо, Кир. Ага. Кто бы подумал, что штабу не наплевать. Двери открываем и закрываем. Напарница, иди сюда. Открывай двери, открывай и закрывай двери. Двери закрывай. Это что было только что? Лопату положи на место. А что он с лопатой? Так ты, блядь, как он открыл, а? Босиком тут уходит. На тебе по голове. Так, блядь, положи ты лопату на место, мне пава, потом все мозги высосет. Поддержка с воздуха. Слушай, может быть, ты остановишься поддерживать с воздуха, потому что сейчас нас заденет тоже. Как ты, тинейджер, наконец-то. Ну, нормально идем, чё. Я называю эту серию... Да, блядь. Рудокоп. Рудокоп, ты мой рудокоп. Коп-рудокоп. Я называю эту серию... как ее назвать? Назовем ее... Прохождение Resident Evil на одной жизни, до смерти.
А, я уже умер один раз, блядь. Точно, я забыл. Нет, подожди. Открываем двери опять. Прохождение Resident Evil с одной жизнью на двух смертях. Вот так он назовем. А, там этот парень опять с этой. Бинокль есть у тебя? Сейчас я посмотрю. Мы побежали, в общем, такое. Пока он там прицелится. Сейчас он стрельнет, смотри. Нет. Заторможенный чуть-чуть, это нормально. Мы здесь. Я тут. Ах, черт побери. РДР 2. Вот так мы. А, я думал, он с этим, как его, с арбалетом, он с рудокоп сверху стоит. Руды нет, а это инструменты остались, блядь. Да ебись ты, блядь, сколько их тут, нахуй. Перепрыгивай. Полезли наверх. О, вот это ты хорошо поддержал сверху, подожди. Слазь. Иди сделай домашнее задание. Так, оставь меня в покое. И ты тоже. Иди, да мой. И ты тоже. Все. Да-да-да-да. О, вот так, вот так, вот так, хорошо. Прекрасно. Покажи, как ты можешь. Блять, это хуйня, блять. Спрыгивай. Патроны. А, этот, как его, лестница. Ну что ты стоишь? Что он стоит, блять? Что он смотрит на нас? Ты что там? Наконец-то. Фу. Да, это было забавно. А лестницу поставить на место? Напарница, не хочешь? Как ее поставить, кстати, на место? А, F-ка. Вот так вот, потому что дедушка будет подниматься завтра, ему нужна лестница. Так, подожди, перепрыгиваем. Если дедушка, конечно, есть. Эй, блядь, там еще этот... непобедимый, блядь. Промазал. Блюдок. Да, блядь. На тебе, блядь, пизды. Под угол его туда подложил, чтобы он полежал там немножко. Подожди. Все. Как ему показать, чтобы он улетал, блядь? Сейчас бензин закончится, упадешь. Не расслабляйтесь, вы почти на месте. Ну что, продолжаем. 39. И сколько? 25 минут. Your mind play. Выход, да не знаю, сегодня или завтра. Да сегодня, наверное. Витя все равно не спит, да поздно посмотрим. Не разбивай окно, твою мать! Перезарядка. Нет, пришли, разбили мне окно, блядь. На тебе, без головы получай. Перезарядка. Перепрыгиваем. Я первый взял. А, тут двое этих. А это. Так, а что мы чем-то не занимались? Подожди. Бензопила.
Ну, да. Запущенное место. Топор. Дай траву. Бери. Спасибо, Папа. Тут без комментариев. Пошли. Все, срезаем уже все одним ножом, уже два ящика. То есть уже апгрейд прошел. Подожди. Давай сюда посмотрим. Нет никого. О, а я тебе говорил, улетай. Так. Да какой Мэйдэй, блядь? Срезал его, видишь? Ты ж в меня не стрелял, подожди. Мэйдэй. Говорит штаб, вертолет сбит. Наконец-то. Так, хорошо, давай залазим наверх. Иди сам туда. Я ничего, что ты ее подбросил. А, да-да-да, как раз хорошо. Тут, там, постой. Так, ну подожди, осмотрим здесь достопримечательности. Это было некультурно. Где? Сюда, перезарядочка. Перезарядочка, подожди, не танцуй. Пока танцевать рано. Туда получай. Нужна помощь. Конечно, я тебе помогу. Мы же с тобой партнеры. Ты не забывай. Там сверху залез один. Все. А я не могу допрыгнуть. Ну ладно. Так, ну пока она там поразвлекается, этот кастрированный какой-то будять. Ну так и так же ж нельзя это. Надо же написать на дверях, что у вас там еще будет. А где моя граната? Надо же было написать, что у вас там общежитие. Ой, хорошо горят, ребята. Хорошо погорели. На тебе еще дополнительную гранату. Все. Буль-буль-буль. Собираем вот эти все достопримечательности из ихних карманов. И идем дальше. А еще не забываемся подписываться на канал, потому что я все же планирую набрать 1000 подписчиков. Я знаю, что это тяжело, но это нужно сделать вместе. Поддержка – это очень важно. Поддержка на хорошее дело – это очень важно. То, что ты видишь. Вот, ты видишь, что он тут стоит? Я его предупреждал. Не писай, в смысле писай, а потом смывай. Забираем вот это вот. Представляешь, как будет играть интересно вдвоем в онлайн? Это интересно. И тоже говорить, вот я сейчас говорю в блоге. Мне игра интересная на самом деле. На расслабоне стоит, ты видел, с бутылкой. Да не стреляй, подожди там сейчас. Я сейчас его притушу тут. Он еще поднялся. Я перевезил, видел?
Угу. Разминается, это дело такое разминается. На тебе под сраку. Хорошо. И оружия больше нет. Смотри, потом подбегаем так. И забираем это. И делаем вот так вот. А потом мы перезаряжаемся еще раз. Стреляем в него. Я ему даю пиндоса. И мы забираем у них все. Все, отлично. А я видел гранаты, я видел. Я забираю. Animal health. Dax is nervous. Открываем эти двери? Нет, не открываем эти двери. Не спрыгиваем. Можем сломать ноги. Наверх, я так понял. Утки... Утки нервничают слишком близко к трассе. Так, а давай возьмем вот это вот. Или трасса близко к уткам. Восстание уток. Утки восстают. Ты это не обращай внимания на меня, на панец. Я иногда разговариваю сам с собой. Перепрыгивай. Да. Элементарно. А я как собираюсь перепрыгивать? DJ Production представляет. Она сражалась, а я ей не помог. Это что было такое? А что ты только что сказала? Так, ну ладно. Побежали на низ, я так понял. Сейчас ее угрохают, короче. Я понял. Пизда ей. Так, а ну... А он не перепрыгивает. F не нажимается. Она сейчас умрет, нахуй. Вот здесь нужно спрыгивать. Ты, блядь, куда ты поперлась, блядь? Это кто тут стоял? Нет, никого не надо. Иди сюда! Я не издеваюсь, это ты издеваешься. Давай, издеваешься? Открываем двери. А откуда у нее столько лечилок? Я не понял. А, я назад вообще бегу. Отлично. Нужна помощь. Да все, конец игры. В общем, подписываемся на канал. Давай, никак нет. А, сюда иди, давай. На помощь. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем, как Витя говорит, про друзей и знакомых. Наверху я был. Может быть, там еще вверх. Еще на вверх. Помощь. На помощь. Все, пиздец. Сюда нельзя. Туда... А, спрыгивать вот здесь. Запутался, блядь. Эх. И здесь просто спрыгнуть. Нельзя. На низ. Ты видишь, на низ. Или наверх. Отлично. Я практически сделал все как нужно. Там замок висит. Там висит замок, напарница. Стрельни в замок. Это опять я открываю эти двери и иду по кругу. Мы сходили пописать. Ну все, проиграли. Опять открывайся. А все, пиздально. Конец. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нехорошее закон. Ну, все равно когда-то же должно было закончиться. О! Ну нахуя она поперлась, блядь, первая туда. Ваша партнерша погибла. Ну, в общем, нормально. Подписываемся на канал, продолжим в следующей серии.